ты чувствовал себя центром вселенной. Ведь ты был хозяином единственного меча во дворе. Леху ты знал еще с детского сада. Вопреки лишнему весу, а может и благодаря ему, он был непробиваемой стеной в воротах. Санек. Самый техничный. Он чеканил на одной ноге до 10 раз. Макса все ценили за то, что он всегда выносил попить. И только Димон постоянно нарушал твое единственное правило. Не сидеть на мече, а то станет яйцом. Вы играли с соседним двором почти каждый день. И сигналом к окончанию жаркого матча был не свисток и даже не наступление темноты, а голос твоей мамы, зовущей тебя домой. Это была твоя первая команда. А потом у тебя появилась твоя первая настоящая команда. Дружный коллектив, в котором все понимают друг друга с полуслова. Большая семья, где ты можешь положиться на каждого, и каждый может положиться на тебя. Сотни тренировок, десятки матчей. Все для того, чтобы стать на поле единым отлаженным механизмом. Вы шли к той игре целый сезон. Конечно, не для того, чтобы стать вторыми. Каждый мужчина готов к своей первой, настоящей команде.